Вот от Сампи я ехал. Еду теперь аграрный университет. Вот. Передняя сторона сейчас аграрного университета. Вот их здание. Кто может учился в аграрном университете? Раньше был не университет, просто институт был. После Мустаклика стал аграрного университета. Вот главный вход отсюда должно быть вообще-то. Ихние корпуса, общежитие. А, вот главный корпус здесь. Аграрного. Это махалла. Вот так она выглядит. И главный корпус аграрного университета. Вот это главный вход. Вот так она изменился вот в таком виде. Раньше, конечно, так и не было. Вот студенты выходят, студентки, все выходят. Ташкент, Давлат, аграр университета. Вот так она, короче, выглядит. Вот, дорогие друзья, внутренняя часть аграрного университета. Вот кто когда учился. Вот оно вот так в данное время выглядит. Иркинова, Хоро, Фараон Яшайлик. Вот так вот университет аграрный. Да, территория огромная, конечно, действительно. Еще много-много изменений здесь есть. Вот, общежития всякие, эти, короче, все здесь, как, ну, сажает, короче, как это, питон или как он называется. Вот такие места тоже здесь есть. Потому что она аграрный университет, должно быть испытание, должно быть. Вот, огромная, короче, территория от этого университета. Да. Действительно, территория огромная. Оказывается, студенты учатся. Раз они ходят, или кто, строители работают. Да, студент есть, оказывается, учится. Вы студенты, да? Да, да. Это аграрный университет. Значит, студенты. Или на повышение, что ли, приехали они. Короче, вот так она вот. Главный ход, главная корпус. А, оказывается, они на повышение приехали. Повышение квалификации, значит. Потому что на студента не похож внешность. Кто-то учился аграрный. А здесь тоже ремонт идет. Сантехника, все, короче, делается. Если отсюда выход есть, я отсюда выезжаю. Там общежитие, вот. Это здание, да, одна сторона. Вот так вот. Это аграрный университет. Значит, хода нету, я возвращаюсь. Тоже корпуса.
Это спортзал, кажется, да, спортзал. А это учебный корпус. Никого нету. Сейчас каникулы, может быть. Поэтому никого особого нету. Вот так она, короче, аграрный университет. Здесь ход есть или нету? Если есть, пройду. Если нет, возвращаюсь. А есть, оказывается. Вот корпуса. Вот она, аграрный университет. Да, огромная-огромная территория. Действительно. Туда я не буду, хватай тоже. Ремонт идет. Вода, значит, проводится, кажется. Ремонтная работа идет здесь. Да, здесь действительно корпусов много. Учебный корпус. И плюс общежития много, короче. Огромная территория, даже на велике не просто так проехать. Вон туда. Академик лицей, что ли, там.